Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова Тарас, и сегодня я хотел бы вам показать маленькую такую хитрость в социальной сети ВКонтакте. То есть некоторым людям, известным людям, ставят вот такую галочку. И это говорит о том, что это подтвержденная страница. Данная отметка означает, что страница Павла была подтверждена администрацией ВКонтакте. Если кликнуть на данную галочку, то мы попадаем на официальной странице ВКонтакте. Вот здесь можно почитать по информации об верификации проверки страницы на подлинность. Но я сегодня вам покажу, как сделать себе вот такую галочку, то есть никуда ничего не нужно будет переходить. То есть мы сделаем некую штучку, и у нас появится вот такая галочка, что у нас страница подтверждена. Но здесь, конечно, есть одно но, то есть эту галочку будете видеть только вы. То есть это как для себя такой приятный бонус. Вот, что же нам для этого нужно делать? В браузере Chrome переходим мы в настройки. Вот, далее переходим в расширение. Далее идем в еще расширение. И в поиск по магазину вводим галочка. Вот, и нажимаем поиск. То есть после того, как у нас обновится поиск, у нас в расширениях появится вот такая приватная галочка ВКонтакте. То есть мы переходим, здесь смотрим, как оно все выглядит. И нажимаем здесь «Установить». У меня уже добавлено в Chrome, то есть, как видите, приватная галочка ВКонтакте. И все. Потом переходим назад на ВКонтакте, обновляем страницу. И видим, что у нас подтвержденная страница. Ссылку на расширение я дам в описании под видео, чтобы вы там долго не искали. То есть заходите, устанавливаете и проверяете. Давайте я все-таки удалю. Посмотрим, как это в принципе выглядит быстро. Вот, обновляем страницу. Как видим, галочки нет. Заходим в приватные галочки. Давайте обновим страницу. Приватная галочка ВКонтакте. Нажимаем «Установить». «Установить». «Установить расширение», конечно, подтверждаем. И как видите, приватная галочка установлена. Вот, обновляем страницу ВКонтакте, и как видим, что наша страница подтверждена. Вот и все, ребят, такое видео на сегодня. С вами был Тарас, подписывайтесь, конечно же, на канал, ставьте лайки. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Всем спасибо, всем пока!